Сайт «Крым Реалии» поинтересовался на улицах Симферополя, как горожане относятся к России. Люди пенсионного возраста поддерживают приход агрессора на полуостров. Молодежь поддержки не выражает, однако и осуждать боится. Я всегда говорю, чтобы это сейчас в школах, чтобы вас вот воспитывали так, как нас. Вчера вот ко мне с России, там, с Чебоксара приехали в гости, тоже спрашивают, ну как вы тут привыкли, вот первый раз приехали сюда. Я говорю, я согласна в лаптях ходить, но чтобы только в России. Ну, Россия для меня это родина. Я родилась в России, поэтому для меня это ну, Россия есть Россия. Для меня это все. Для меня Россия – это моя страна, моя родина. Я родилась в России, в Оренбурге. Поэтому сейчас для меня Россия – это все. Я очень рада, что пришла к нам Россия. Для нас Россия – вот мы проходим мимо Креста Спасителя, там, где находится Петр Первый. Мы всегда говорим, Петр Первый, величь, грусть, Россия. Ребенок об этом знает. Поэтому мы очень гордимся своей родиной России. Для нас Россия – это все, ради чего мы шли всю жизнь к ней. Нет, я не буду отвечать. Можно на этот вопрос? Не знаю, была там. Это красивая очень страна, куча берез. Вот. Могучая держава. Ну, для меня конкретно лично, как бы, ну, по-моему, ну, как бы близко я с ней не касаюсь, но Россия сделала Крым лучше, надеюсь.